Ladies and gentlemen, after five rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. The judges score the contest 50-45, 50-45, and 49-46 for the winner by unanimous decision. And still the undisputed UFC flyweight champion of the world. The Cannibal Pacquiao! Я с победителем и его счастливой семьей, по-прежнему чемпионом, Александре Пантожей. Поздравляем, сэр. Ты провел первую успешную защиту титула. Я знаю, что для тебя было важно не просто выиграть пояс, но и защитить его, и это был потрясающий бой. Что ты сейчас испытываешь? Спасибо, Джо, спасибо, UFC, спасибо, Дэна Уайт. Это лучшее шоу в мире. Это современный Колизей. Я люблю здесь биться. И этот поединок был, возможно, скучным. Я не люблю показывать такие бои, но Брэндон Ройвал очень жесткий парень. Но мне нужно было сохранить пояс для семьи, для Бразилии. Бразилии сейчас очень нужны кумиры. Бразилия – это очень жесткая страна, и людям там нужен пример. Пример того, как сохранить свою семью. Это самое важное. Семья. Заботьтесь о своем доме, заботьтесь о своих детях. Это самое важное в жизни. Хочу сказать, что это точно был не скучный поединок. Это был техничный поединок, потрясающий поединок и чемпионский поединок. Ты чемпион мира, и ты показал это сегодня. Брэндон Ройвал — это очень жесткий парень. Он представляет собой уникальный вызов, но ты доминировал сегодня в грэпплинге, ты принимал правильные решения и защитил свой пояс, как подобает чемпиону. Спасибо большое, Джо. Я немного вымотался к концу этого поединка. Он держал высокий темп, вообще не останавливался все 5 раундов. Это был непростой бой, мне нравится этот парень, он сильно вырос, и я знаю, что он еще вернется за этим поясом, а я продолжу его защищать. Что ж, ждем твоей следующей титульной защиты, сэр, поздравляем. Наслаждайся, ты чемпион, леди и джентльмены, чемпион наилегчайшего дивизиона, Александре Пантожа.